Воздух. Опять мусор. Класс. Опять он нашего мальчика терроризирует. Получи. Привет, друзья. Ну что, еще раз поиграем. Фокус с шариком. Опять в Китае. Подписывайтесь на наш канал. Как достать соседа? Поехали, фокус с шариком. 3 минимум монеты, 5 максимум. Сосед на пляже на картинке. Ольга с сыном уже на пляже, и сосед снова тут как тут. Он ненавидит мальчика и всячески шпыняет его за спиной Ольги. А Ольге строят глазки, но Вуди разоблачит лицемера. Поехали, друзья! Как достать соседа фокус с шариком, серия? Так, что тут у нас новенького? Так, какой-то бармен. Что-то он... Это человек отличный повар, но только пока он в очках, без них он не видит даже дальше своего носа. Понятно. Надо будет взять очки у него. Ай, блин, он уже их одел. Ну-ка. Так, взяли быстро очки. Так. Все, теперь он у нас слепой. Видимо, понадобится. Так, какая-то утка. Яйцо. Так, держим. Yes! Теперь у нас еще в копилке яйцо. Так, что тут еще у нас есть? Посмотрим. Так, что же тут еще? Идем скорее, потому что там сосед поднимался. Какой-то ящик. Ага. Так, это у нас какая-то камера. Молоток и гвозди тоже нужно взять. Раз они у нас есть. Тут что у нас? Под головой льва трещина. Так, здесь неспроста, ясно. Пойдем дальше. Что у нас здесь? Так, какой-то якорь лежит. Можно взять что-то. Так. Какая-то веревка. Так, замечательно. А, ну яйцо мы, конечно же, используем вместо шарика. Ну, можно же поменять, правильно? Так, посмотрим, друзья. Надо бежать, потому что сосед тут уже ходит. Так, там же у нас угри, по-моему, да? Ну-ка. Точно. Сейчас попробуем, посмотрим. Наверное, очень похоже. Yes, yes, да! Сосед у нас будет камеру кушать! Так, мальчишка тут лепит льва. Там льва голова неспроста. Тут у нас какие-то петарды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, соседушка, не трогай меня, соседушка! Ладно, побежали дальше. Так. Ну, петарду в голову. Давай туда в трещину всунем. Yes. Так, а дальше-то что? Ладно. Так. Молотком мы можем... Там же у нас есть лыжи. Сосед поднимается опять. Есть свои роллы. Ладно, поменяем пока шарик. Да. Значит, мы правильно догадались. Ай, вот он съел вместо угря, съел камеру резиновую. Еще и получил по лбу от бармена китайца. Да. Нечего шпынять. Так, поменяли. Так, подождем немножко. Так, он же сюда пойдет. Подождем сверху его. Надо думать. Так, он пускает ракеты, да?
Ну что, наверное, нужно будет нам к ракете веревку привязать. Ах ты, гад какой! За что ты мальчиков обижаешь? Ай-яй-яй! Да-да-да. Так, ну-ка веревочку сюда используем. На ракеты. Смотри, как мы правильно догадались. Так, и молотком прибьем ему лыжи. Так, так, что же нам делать? Вот тебе за это, Ольга, получи от Ольги. А то ты хотел, ты что думал, так все просто у тебя пройдет? Нет. Так, нам надо голову раздобыть. А чтобы поджечь петарду, спичек же у нас нету. Давай-ка мы попробуем. Не то. Ладно, катайся, соседушка. Вот так вот таскает тебя по волнам, по морям. Будешь знать, как доставать маленького мальчишку. Беззащитного. Да-да-да! Нечего обижать маленьких. Ну, пошли. Так, мы петарду сейчас, наверное, попробуем. Вы же помните Жюли Верна, как он очками там? Точно, ура! Голова у нас в руках, мы ее сейчас поменяем. Так, он же сейчас идет кататься на... Господи, кататься, говорю. Запускать ракеты. Через верх. Так. Ну-ка. Вот это да, здорово, шлепнулся он. Да, это тебе все в отместку за маленького мальчика. Да. Ты опять его пришел обижать? Ну подожди, мы тебе устроим тут. Да. Ничего, малыш, мы тебя сейчас сделаем, что вот так вот, да. Все, уходим. Играйте там свои эти. Ай, блин, мы опять с этим яйцом. Так, все, уходим. Ай, не получается, что же это такое, что же это? Тормознула игра, ну ничего. Ай-яй-яй-яй-яй, второй раз на стену попали. Ай-яй-яй, ничего, мы тебе сейчас отомстим. Так, уходим скорее. Потому что сейчас он будет пускать ракеты. Потом он у нас получит. Да уж. Да. Уходим. Оглядывайся, получи, пошись гранату. Мальчишка рассмеялся, здорово, как получилось. Так. Ну что, мы опять статуэтку с вами не получили, поэтому нам нужно переснять. Давайте. Так, ну все, сначала теперь все делаем по правилам, как положено, шаг за шагом. Серия фокус с шариком, поехали. Так, побежали сразу, берем яйцо. Так, берем, держим, елки-палки, уплывает яйцо, держим. Yes, получилось! Так, теперь нам нужно очки забрать. Очки. Быстро, раз, все, остался он без очков у нас. Молодец, так, пошли, камеру возьмем. Отлично. Так. Тут катается у нас сосед на лыжах перед Ольгой и думает выделаться. Ну ладно, сразу заберем, пока он там катается, веревку. Он пошел кушать роллы. Заберем петарду.
надежда. Так, нужно молоток забрать с гвоздями. Так, отличненько. Взяли молоток, есть у нас молоток. Ходи, ходи, пускай ракеты. Давай, давай, сейчас мы тебе все сделаем. Будешь у нас. Так, сразу все делаем. Петарду туда, очками поджигаем, забираем голову. Бах! Есть у нас голова льва. Отлично. Ничего, мы тебе отомстим. Ты у нас засвистишь сегодня. Свистка крышу снимут. Так, через верх забираемся, спускаемся. Прибиваем. Прибиваем лыжи. Так, отлично. Привязываем веревку. Так, что у нас там со львом? Ай, не, наверное, не успеваем, не успеваем. Уходим, уходим, уходим. Сосед сейчас придет. Так, уходим. Поменяем камеру. Точно, точно. Камеру же нужно поставить тоже. Вот так, отлично. Велосипедная камера. Это очень классный угорь у нас получится. Хотела покрасоваться по Григории, покрасуйся. Она спит, ей ты до лампочки, ты ей не нужен. Отдыхай, соседушка, отдыхай. Да-да-да. Да. Так, ты идешь эти роллы, а мы пошли дальше. Так, меняем голову, пока ты там будешь кушать роллы. Камеру резиновую! Вот тебе вот так вот! Получи! Да еще и по сковородке по голове получи! Что ты думал? Не так все просто! Будешь обижать мальчишку! Я тебе дам! Так, поменяли быстренько, быстренько, быстренько! Успеть, 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 успеть! Уходим, уходим! И, конечно же, яйцо надо поменять. Яйцо. Меняем. Так, все. Отлично. Мы все... полетел, полетел в небеса! Какую мы тебе ловушку сделали. Так, поменяли яйцо. Уходим. И ждем, что будет дальше. Ну, давай, давай, сейчас получишь. Получил, нечего маленьких обижать. Так, ну еще у нас Ольга осталась. Еще у нас Ольга осталась. Что, пришел будет Ольгу? Ну-ну, давай, давай. Поиграть хочешь в теннис с ней? Сейчас она тебя быстро обдурит. Ты что думал? Ага. Минимум монет 4, максимум 6. Сосед упражняется в меткости. Соседа поддерживает приятный... Поджидает приятный сюрприз. Его любимая мамочка прихватила с собой свою шапку и решила сопровождать сыночку в путешествии. Она